себе постучи. Стучу в твою дверь, потерял ключи. По голове себе постучи. Представьте себе 31 декабря. Мужик, значит, ставит табуретку, накидывает на люстру веревку, пытается повеситься. Ну, вдруг распахивается дверь и вваливается пьяный Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит на несчастного мужика и спрашивает: «А чего это ты там делаешь?» «Да жизнь, кошмар, не могу я больше, надоело, начальник, говно, просто, не знаю, чему убил бы, это все кредиты, ипотеки, постоянные очереди везде, надоело, решил вот». Дед Мороз говорит: «Да? Ну, раз ты все равно на табуреточке, расскажи стишок, что ли?» Везет мужик девушку из далекого села в город. Останавливается возле леса, выходит из машины, начинает копаться в моторе, а потом говорит: «Ну, все, двигатель сломался, придется тут ночевать». Она ему отвечает: «Слышь, дядя, давай по-быстрому переночуем и дальше поедем». Караул! Чего я так